створогом совсем немножко, только чтобы показать. Вот такие они получаются. Простите за голос. И сейчас я вам покажу еще. Вот 250 грамм получается вот. Я тут завернула, показала. Если вы не будете такое тесто использовать, сейчас еще тесто покажу. Тесто, вот, оно на яйцах. Если вы, ну, не любите яичное тесто, оно плотное, видите? Но очень плотное тесто на яйцах. Они не разваливаются. Тесто сейчас покажу. У меня вот осталось немножко теста. Оно плотное, хорошее тесто. На пельмени, на яйцах, не заварное. Я уже говорила, что заварное не нравится. Так вот, если вы не такое будете тесто использовать, потому что это плотное, оно на яйцах, оно не будет лопаться во время варки, то тогда надо заворачивать вот так вот края. Я же не заворачивала, я просто зажимала вот так вот. Но сейчас покажу, если, например, вы используете другое тесто, совсем мало, не мой рецепт, да, и у вас раскрываются они, вот делайте вот так зажимы, это очень просто, тогда они во время варки должны вариться немножко дольше, ну, минутку дольше, вот так вот, они точно не раскроются. Ну, если правильно еще, конечно, варить, вода закипела, закладываете, мешаете, пока они не сплывут, и получается, как они сплывут, 3 минуты, 4 минуты и готово. Нам только тесто надо сварить, а внутри, что там, творог. Так, ну и смотрите, как. Это последнее, как я и говорю, как я их укладываю еще раз. Так, тут у меня 3 яруса с картошкой. Картофельно-морковная начинка для дочери она просила. И значит, когда подмораживается предпоследний ряд, я кладу сверху последующий. Вот это вот. Это пластик. Она гнется. Когда они замерзнут, заморозятся, я просто беру вот так, гну их со всех сторон. Они отходят легко, прям отпрыгивают. Ничего не остается, ни тесто не приклеивается, ничего. Собираю в пакет для заморозки и храню их опять же в морозилке до 3 месяцев в пакете для заморозки.